Всех приветствую, друзья! Хорошего дня или вечера! Поддержите видео лайком. Я желаю вам приятного просмотра. А я зашла в магазин Fix Price города Челябинск, Чечерина 37Б. Появилось настоящее название коллекции House and Home. Со склада достали еще пару бутылок под масло. Напоминаю, что состав керамика, но скорее всего доломит. Новые жестяные банки. И это набор из трех. 450, 900 и литр 300 объемом. Все банки с крышками, расцветки 2 в наличии. Цена 199. Оливковые и серо-синие. Набор подставок под чашку 4 штуки. Дизайн есть на упаковке. Состав МДФ, пробка, бумага. Цена 55 рублей. Привезли новые керамические ножи с ручкой под дерево. 27 сантиметров, 249 рублей поварской нож. Чуть поуже. 23,5 сантиметра за 199 рублей. И маленький нож для овощей 149. Контейнер для специй с разделителями размер 28,5 на 14,5 на 8,5 сантиметров с прозрачными разделителями. Цена 79 рублей. Есть как в ярких расцветках, так можно и найти прозрачную. Стеклянная кружка. Объемный рисунок идет снаружи. Объем 290 миллилитров. Цена 55 рублей. Овсяное немолоко привезли в маленьком формате с трубочкой, 200 мл. На овсяной муке с какао-порошком цена 29,50. Новинка от Фаретти, пирожное банановое. Удобный формат, чтобы попить чаем, в упаковке 2 штуки, 130 грамм. Новое пирожное за 62 рубля. Пластиковая корзиночка с изображением цветов, с крышкой. Сбоку есть отверстие. Крышка выпуклая наверх. Размер 23 на 16 на 10 сантиметров. Пластик не пищевой, для хранения различных мелочей. 79 рублей у нас есть в трех расцветках: голубые, бежевые и фиолетовые. Удачный набор для ванной комнаты из полипропилена. Три предмета. Стаканчик разделен на три части, мыльница и дозатор для жидкого мыла. Также есть в голубом цвете за 99 рублей. И бежевые. Пластик мне показался не тонким. Снова в продаже контейнеры смарт-боксы от 4Family 13,7 литров, 404 на 280 на 175 миллиметров, в двух расцветках за 349. Зеркало настольное с подсветкой, цена 249 рублей. Наклон ножки регулируется, диаметр зеркала 16 сантиметров. Кисти для макияжа, они короткие, компактные, 4 штуки, цена 199 рублей. Кисть для пудры, для теней, бровей. Набор для путешественников, дорожные флаконы, 8 штук. Здесь есть лопатка и воронка также, 149 рублей. Пена для ванны для девочек от марки Солнце и Луна. Лея без слез, для детей от 3 лет. Цена 99 рублей. В таком же оформлении я показывала шампунь. Для мальчиков есть, для девочек. А сейчас еще появилось средство для купания с ароматом жвачки, 99 рублей. Парли Косметикс, бальзам для всех типов волос, 360 мл, с кератином и комплексом масел. Еще есть для сухих и ослабленных волос, цена 99 рублей. Смягчающее молочко для рук и тела, культура органика, 200 мл, 83 рубля. С экстрактом березы и имбиря, с маслом шиповника. Ополаскиватель для полости рта Фторадент, 275 мл, кедровый. Цена 79 рублей, но объем небольшой. Например, Вилсадент стоит столько же, а объем в два раза больше. Зубная паста Фторадент, 125 грамм, 79 рублей. Автошампунь BBC фруктовый, объем пол-литра, с полирующим эффектом, цена 83 рубля. Для сравнения, недавно привозили еще один автошампунь, объем литр, за 149 рублей. Снова в продаже ароматизаторы воздуха в форме лампы, а внутри гелевые шарики. С розой, яблоком, лавандой или ароматом океана. Цена 124 рубля. Ароматизатор воздуха Доре-Ми с новым ароматом орхидеи высоко стоит по акции за 112. Цветочный горшок Линель состоит из трех частей. Объем внутреннего 2,7 литра. Для того, чтобы корневая система дышала, цена 299 рублей. Если у вас есть карта Fix Price, то на все пасхальные товары сейчас снижена цена. Об этом я уже рассказывала в своем телеграм-канале, а еще вы там найдете интересные предложения других магазинов.
Еще хочу, друзья, напомнить о том, что мой канал не состоит из обзоров только Fix Price. Я помогаю найти интересные товары везде, и поэтому вы всегда можете остановить видео. Новые книги, например, «Тело помнит все», книги в мягких обложках от издательства «Бомбара», цена 199. Книги про любовь к себе, о психологии или ответы на большие вопросы. В этот раз есть даже книга про нумерологию и популярный бестселлер «Несы». Женские вдохновляющие истории или о семейном счастье. Книги пришли в двойном экземпляре, но их уже разбирают. На Победе, кстати, книги уже выставлены, а вот на Чечерина, где я была, их еще нет. Не все, оказывается, было в том магазине. Здесь я нашла средства для купания и для девочек, два в одном. Сладкий ягодный аромат, цена 99 рублей. Мальчикам меньше ведет. Определенно для девочек больше линейка. Гель для душа мармеладовый с ароматом сладких фруктов, цена единая. Ополаскиватель для белья Клин, цена 199 рублей. Объем 2 литра. Вернель рядом. Меньше 2 литров за 297. Моп размером 43 на 13 сантиметров. Короткий ворс, мягкий. Широкий держатель. Цена 55 рублей. Цвета не яркие. Мне такие больше нравятся. Сидушка на стул. С двух углов завязки. Есть противоскользящие точки. Цветочный узор. Размер 34 на 34 сантиметра. Отмечу, что сидушки плотные, хорошо держат форму. Аккуратно сделаны, три цвета за 149. Доска разделочная, 47,5 на 15,5 сантиметров. Бамбук можно подвесить, цена 199 рублей. Наушники с разъемом Lightning, выполнены как оригинальные наушники от iPhone. Есть кнопка для ответа на звонок, цена 349 рублей. Лично мне такая форма удобнее, чем вакуумные. Кабель USB с разными выходами, сам провод тканевый длиной 100 см, цвета отличаются за 149. Набор отверток с двухсторонними насадками, так что по факту в упаковке их не 3, а 6, за 99. Мед разнотравья цветочный, сейчас по акции, с картой 62 рубля. Мед жидкий, золотистый, 250 грамм, и помню, писали в комментариях, что мед вкусный и настоящий. Гранатовый сок по карте 69 рублей в стеклянной банке, 1 литр, но в коробке такая же цена. Морс добрый по карте 39 рублей, а вот маленький гранатовый сок за 33. Газированный напиток добрый, кола с сахаром и без, а также апельсиновый 42 рубля по карте. Red Bull за 89 рублей, добрый в больших бутылках тоже со скидкой, 69. Не могу перестать любоваться на новую лавандовую коллекцию, она меня тоже по правде очаровала, и здесь есть еще что выбрать. Внимание, друзья, в Кюхенленд начались скидки, 193 рубля стоит вот такая декорация. И такая же цена на лаванду, но фикси они лучше. Подставка под губку и мыло 393 рубля. Букет цветов 893 рубля. Голубые, белые, розовые. 19 на 16 сантиметров. Издалека смотрится симпатично. Нашла сказочные новогодние светильники за 2245 рублей. Вот такой зайчик, кролик станет симпатичным декоративным элементом и шкатулкой за 799. Настольные салфетки из новогодней серии за 245 рублей, с красивым домиком, елочкой, также я здесь видела с оленем, с двумя, тканевые, полностью усыпанная бисером, дорогая, 1293 рубля, а снизу за 273, вот такая салфетка-тыковка из ткани, 393 рубля, осенняя веточка с тыковкой, ягодками и листиком за 127. Блюдо глубокое 23 на 7 сантиметров в форме листа 995. Индюшка за 993 рубля, красивая. Соусник белый в форме тыковки с золотой ручкой. Мне не очень нравится, как сделаны листья, как будто бы не дорисованы. Это керамика, сейчас также со скидкой 693 рубля. Рядом есть блюдо, но мне понравилась тарелочка с оленями за 995. Стеклянный подсвечник с металлической подставкой на 3 свечи за 1993. Тыковка потрясающая за 2,93. Есть еще вот такой листочек. 993 рубля, и оно металлическое. Может быть, кому-то понравятся деревянные блюда, тарелочки. 693 рубля.
И еще есть вот такой набор для сыра за 2,993. На контейнеры пластиковые скидки, формы для запекания, термос 1253 рубля, металлические салфетницы за 893, по 243 для мытья посуды, а зайчики такие есть в фиксе. Достали новогодние товары, а также из детского отдела. Тарелка на присоске, чтобы никуда не улетала. В форме льва, видимо, сделана. Есть просто круглая. 793 рубля. Новогодние подсвечники вижу. Елочки зеленые за 245. Цирковая фигурка котика смешная. Даже большие наборы с пластиковыми игрушками. По 279 рублей. Недорого получается. Со скидкой. А здесь куча всего мелкого. 193 рубля совушка, котик 133 рубля, это, видимо, магниты. Вот такая декорация из шишек, 600 рублей, это уже со скидкой. Елочки 245 из шишек, золотая 495. Сверху светильники детские, 633 рубля ручки, декоративные, красивые. Два вида стаканов для ванной комнаты. И еще здесь много разных мелочей. Доска разделочная 30 на 20 сантиметров в форме желудя из дерева акации. 693 вместо 990. Вот такая доска одновременно для подачи и с другой стороны можно резать за 993. Вазы интересной формы, лица. Бывают даже не одно. Стеклянные, керамические. Даже набор из двух бокалов с лицами внутри. Керамическая тыковка 13 на 7 сантиметров, без крышки, 693 рубля, не ярко-рыжая. На сегодня, друзья, все, благодарю за просмотр, поддержите видео лайком, напишите комментарий, что вам приглянулось. Я желаю вам чудесного настроения, хороших покупок, до скорых встреч и пока-пока!